Привет. Ну вот, спрашивали, где мы живем. Посмотреть наш дом. Микрофон просто гаражный, да. Вот. Ну вот, собственно. Вот это окно, где висят штаны, вот это вот та комната, где мы, в общем, сейчас обретаемся. Вот, спасибо еще раз нашим родственникам. Вот. Ну вот, райончик. Сейчас Таня снимет туда. Таня, поверни. Вот. Вот с той стороны, прямо по дороге, кладбище. Мы, если бы не знали, никогда в жизни бы не подумали, что выглядит как парк, и оно настолько ухоженное. Честно сказать, у меня первый раз, мы даже зашли посмотреть, вот первый раз у меня на кладбище не было ощущения, что после этого хочется срочно в душ пойти помыться. Ну вот. А по делам мы сегодня, значит, съездили в Министерство абсорбции, отдали бумажку, что мы сделали банковский счет, и на этот, значит, счет там нам будут перечислять денежку на полгода, чтобы мы учились. Вот. Ну и поговорили, значит, насчет тюльпана. Вот, вот такие вот дела. Собственно, да. Ну, собственно, все это видео ради того, чтобы показать вот улицу, где живем. Вон дом. Шалом.